Приветствую вас, друзья! Компания Propellerhead ни с того ни с сего просто огорошила меня и, я думаю, многих из вас анонсом и последующим выходом версии Reason Rack плагина для Pro Tools. Я ждал этого годами. И, наконец-то, это свершилось. Но работает ли Reason в Pro Tools реально? Давайте разбираться. Работает. Откроем браузер. Вот у нас инструменты. Но инструменты нас совершенно не интересуют. А вот эффекты, вот это уже то, что нужно. Я хочу попробовать канальный эквалайзер Reason на дорожке снейра. Поехали! Послушаем в соло. Да, это звучит как Reason. Ах, яркий, красивый верх. Слегка металлический. Очень круто. А можем ли мы добавить что-то еще симпатичное? Много всего можем добавить. Красота. Я даже могу использовать мои старые компрессоры от FXpension. Да. Супер жир. Немного параллельной компрессии. И давайте добавим побольше верха. Так непривычно видеть Reason внутри Pro Tools, что я даже передать не могу. Но это радует, очень радует. И мы можем перевернуть рэк. Все эти кабели, все на месте. Супер шикарно. Давайте послушаем в миксе. Ядерный звук. Хороший, привычный и скучный звук. А теперь ядерный ризоновский. Супер круто. А давайте попробуем Polar в качестве даблера на голосе. У меня стоит сатин. Но мне бы хотелось попробовать Polar. Давайте послушаем. Без Polar? С Polar? Classic Stereo Spread я очень часто использую в Reason на дорожках гитар или на дорожке голоса. Но мы же можем все это соединить еще и с сатином. И получается супер интенсивное пространство. Polar в Pro Tools. Это mind-blowing, взрывает мой мозг. Реально супер шикарно. Это видео действительно будет слегка в
шокированном варианте меня, потому что я ждал этого, что Reason появится в Pro Tools. Не знаю, сколько лет, я думал, это никогда не случится, но вот, пожалуйста. Но я немного тоже руку к этому приложил. Я немного понадоедал Матиасу и ребятам в Propellerhead, что нужна версия AX. Вряд ли, конечно, они сделали, потому что я об этом просил. Но, тем не менее, чем больше запросов от пользователей, тем больше возможностей и вероятностей того, что компания предпримет какие-то телодвижения в сторону того или иного функционала. Но Reason Rec плагин в Pro Tools как AX плагин — это что-то невообразимое. А давайте попробуем Scream. Scream, я ждал его просто тысячелетия. Вот как раз так и просится к этому синтезатору. Немного скрима. Давайте его найдем. А что его искать? Он прямо перед глазами. Ух, какой же шик. Включаем тейп, выключаем бади, выключаем кат. Синтезатор звучит отлично, но хочется немного ризоновской энергии ему добавить. Без обработки. Синтезатор как синтезатор. Красивый, хороший. Но вот это объем, это округлость. Ладно, давайте включим кат. Слегка приберем низ, еще добавим верха. Да, мне это реально нравится. Ух ты, мы можем даже использовать кейквалковский LA-2. Я приобрел этот плагин очень давно. Как вроде бы вообще это было в другой жизни. Очень круто. Никакой компрессии, только характер. Супер. Посмотрите, все мои ризоновские плагины, все в Pro Tools. Я представляю, как приятно вам будет увидеть ваши ризоновские девайсы в Pro Tools. Мы теперь можем Red Rock Sound устройство использовать. Просто супер. Немного 2 кГц добавим, немного 4, и уже красота. Можно ослабить 500 Гц и добавить еще сатурации. Страшные вещи творит Reason. Заставляет все время улыбаться. Бас уже звучит жирно, но кем бы мы были, если бы не использовали на басу Pulverizer? О, да. Больше грязи, больше компрессии. И подмешаем это все к басу. Теперь у него появилась отдача.
Но Pulverizer без скрима — это время на ветер. Вот это жир. Срежем высокие частоты. Шикарно. Без обработки. Обычный красивый бас. А теперь супер энергичный бас. Ну, может, слишком много я верха добавил. Поэтому что мы сделаем? А просто срежем этот верх. И мы все это можем сделать в одном реке. Да. Красота. Хотите добавить низа? Ну окей. Да, так будет жирнее. Но теперь бас занимает все наше внимание. А так уже немного получше. Конечно, это немного баловство добавлять ризоновские обработки в уже, в принципе, сведенный и стабильный проект, но мне было очень интересно посмотреть, как все это работает и работает ли это в Pro Tools, и есть ли какие-то проблемы. Пока вроде бы все работает без сучка и без задоринки, но если будут какие-то баги, я обязательно напишу в поддержку, чтобы ребята поправили это как можно скорее, и чтобы мы с вами могли получить полноценный опыт использования Reason Rec плагин в среде Pro Tools. Что ж, ребята, как вы видите, Reason действительно прекрасно интегрируется в Pro Tools посредством простого Reason Rec плагина и доступен как в стерео, так и в моно-версии. Теперь все наши любимые девайсы, доступные ранее только в Reason и, собственно, от пропеллерхедов и от сторонних разработчиков, доступны для использования в Pro Tools. А вы уже использовали эту новую фишку? Если нет, то чего вы ждете? А пока большое спасибо за внимание. Не забудьте поддержать нас на Patreon или любым другим удобным для вас способом. Все ссылки в описании. Ставьте лайки, колокольчики, птичек, пчелок и другую живность. Подписывайтесь на наши обновления в соцсетях. И следите за выходом новых видео на канале Yourshof Mix. Увидимся в следующих видео. Плывите к звуку.